Сейчас в России остро стоит вопрос распада семей. Большое количество законных и венчанных браков распадаются. Причины разводов ужасные. Скучно и однообразно, надоело. Встретил более красивую или богатого. Разве причина «мы не сошлись характерами» более 20-летнего брака? После 20-летнего брака не грех? И в каких случаях развод оправдан? Если кто интересуется действительно этим вопросом, я советую почитать небольшой документ, принятый Собором Русской Православной Церкви 2000 года. Документ называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Там, в частности, перечисляются все те причины, по которым развод Церковью не запрещен. Лучше сказать, разрешен. Там целый ряд причин есть. Я сейчас не буду перечислять их, можно прочитать.